Визуализирую ту инструкцию, по которой я действовал и потратил на это чуть больше 5 часов. Для того, чтобы вы не тратили столько времени, посмотрите видео по поиску на YouTube и поймете, как же все-таки это сделать. Первое, что нам необходимо, это сам смартфон. Как я уже говорил ранее, скорее всего, на него будет установлена версия Android 6.0.1. Даже если на нем установлена не 6.0.1, вам в любом случае надо узнать информацию о телефоне. Как это все узнается? Вам надо скачать приложение, которое называется Phone Info. Вы заходите в него, узнаете, какая версия смартфона перед вами, то есть потому что в прошивке может быть указан не тот префикс. Сейчас, допустим, модель SM930U, но на самом деле это V моделька. Почему? Потому что, ну, вот так вот установлена прошивка от U, которая подходит, в принципе, ко всем смартфонам из любых стран, с любым оператором. В общем, здесь вся доступная информация. Вы узнаете, какой у вас смартфон. После этого заходите на форум, заходите на ту ветку, ссылка на которую будет в описании. Повторюсь уже третий раз, чтобы вы не задавали потом нелепые комментарии в комментариях под этим видео. Качаете определенную папку с интернета по ссылкам, и в этой папке находится нужный вам материал. Конечно же, у вас должны быть установлены драйвера для работы с Android устройствами и вашим Windows, скорее всего, ПК или ноутбуком. И вы в руках держите телефон. Зарядите его больше чем на 50%, для того, чтобы у вас не было никаких критических ошибок и у вас телефон просто не выключился в момент прошивки. Моя рекомендация такая: без каких-либо вопросов скачайте сразу оригинальную прошивку для вашей версии смартфона. В теме есть все ссылки на эти прошивки, для того, чтобы просто все прошить и с нуля, скажем так, с чистого листа, для того, чтобы не было проблем именно в процессе инструкции, потому что эту прошивку, точнее, патч для этой прошивки, которая сначала устанавливает инженерное меню, потом устанавливает патч, который делает русский язык и который позволяет работать всем сервисам без проблем на операторском смартфоне на территории России, да, а потом обратно делает статус официал, то есть официально Knox не тикает, это такая система, которая, ну, то есть если Knox тикнул, соответственно, у вас сервисы какие-то не будут работать в нашей стране. Разработал один человек, и не так давно, кстати, буквально на днях, выложил в свободный доступ. Я с ним общался, он мне помогал все это дело прошивать, потому что были какие-то трудности, были проблемы, и вот решил я записать данное видеообращение. Вы все, предположим, это скачали. Обязательно скачивайте официальную прошивку для вашей версии смартфона, устанавливайте ее с помощью Odin. Что такое Odin? Я думаю, если вы приобрели смартфон Samsung, вы знаете, это программа-прошивальщик. И делайте следующим образом. Вы скачали эту папочку, вы скачали оригинальную прошивку, и я советую, какая бы у вас не была установлена прошивка версия Android, сначала установите оригинальную последнюю прошивку. Вы ее устанавливаете с помощью Odin, просто заходите в Odin, который скачаете по ссылке в описании в этой же папке, указываете все файлы BL, значит файл BL, AP, значит файл AP, то есть тут все очень просто. После этого жмете, подключаете телефон, сначала его переводите в режим загрузчика. Перевод в режим загрузчика. Телефон выключаете кнопкой выключения. После этого зажимаете одновременно три клавиши. Кнопку дом, кнопку включения и кнопку качельку регулировки громкости вниз. Держите буквально 3 секунды, и у вас появляется... Сейчас давайте я вам покажу, что у вас появляется. А не могу я показать, потому что у меня контролируется запись. В общем, как зайти в download режим, это очень просто. Примерно я вам показал. Включаете, подключаете к компьютеру. Предположим, что все это вы сделали. Устанавливаете прошивку. Устанавливается она буквально, ну, примерно 1,5-2 минуты. После этого в этом окошечке вы увидите зелененький цвет и надпись «Pass». То есть, типа, закончила программа работу и все установилось более-менее нормально. После этого вы загружаете смартфон, делаете первоначальную настройку. У вас не будет русского языка, скорее всего, не скорее всего, а точно. Прошивка операторская, вы будете видеть везде название Verizon, то есть непосредственно, если у вас Verizon смартфон, то Verizon. Если T-Mobile, то будет софт от T-Mobile. Если AT&T, то софт от AT&T. Это американские сотовые компании. Делаете первую настройку. Что такое первая настройка? Это когда вы включаете смартфон первый раз из коробки и настраиваете. Конечно же, не устанавливаете никакие приложения, просто настраиваете и все. Устанавливаете прошивку, которая будет указана в инструкцию, ссылка на которую будет первой строчкой в описании под этим видео. Устанавливаете эту прошивку с префиксом U. Что такое префикс U? Вот как раз таки вы можете посмотреть, что здесь установлена
прошивка с префиксом U. Префикс U — это после 930 U, да, видите английскую буковку. Это означает, что эта прошивка подходит, в принципе, под любые версии данной модели телефона, данной модели смартфона Samsung S7. Устанавливайте эту прошивку точно таким же образом, поверх той операторской прошивки. Обе эти прошивки будут с Android 7.0, но обе эти прошивки не будут содержать в себе русского языка. После того, как вы установили эту прошивку, прошли первоначальную настройку, выключили Wi-Fi, выключили телефон, опять заходим в Один, это программа прошивальщик, нажимаете кнопочку AP и заходите сейчас, секунду, в папочку, которую вы скачали, у нас статус официал, и указываете apng-tar-md5, этот файл Angle, то есть типа у вас будет определение, что вот именно этот файл вам надо указать в эту строчку. Смартфон переводите в режим download, в режим загрузчика. Как это делать, еще раз вам объясняю. Клавиша включения-выключения, сначала выключаете смартфон. Клавиша регулировки громкости вниз, клавиша центральная кнопка Home. Нажимаете одновременно, держите 3 секунды. После этого нажимаете вверх, так как вы увидели зеленое такое меню, нажимаете клавишу вверх, и у вас телефон в режиме загрузчика. Подключаете смартфон к компьютеру. Вы уже загрузили этот APN-файл. Нажимаете старт. У вас очень быстро, в течение там, 20 секунд, смартфон прошивается. После этого вы включаете смартфон, ждете определенное время. Если вы сделали так, как я говорил вам ранее, и установили изначально прошивку. Кстати, когда вы устанавливаете прошивку именно операторскую, обязательно устанавливайте ее с так называемым PIT-файлом. Что такое PIT-файл? Он также будет в ссылке в описании. То есть вы указываете все вот эти вот наименования BLIP, CP, SCS, потом переходите в разметку PIT и в этом случае указываете PIT-файл. То есть как он выглядит, сейчас я вам покажу. Он выглядит точно так же, как файлы. Вот он PIT-файл. Hieralytic USA Open PIT. Вы указываете. И у вас тогда на третьем этапе, о котором мы сейчас с вами разговариваем, когда вы уже установили поверх операторской прошивки прошивку с префиксом U, включили, установили модифицированный инженерный загрузчик, у вас телефон должен работать нормально. То есть вы его включаете, смотрите буквально несколько минут, чтобы он не перезагружался. Если вы будете делать согласно инструкции, у вас не должен перезагружаться смартфон. Дальше подключаете его во включенном состоянии к компьютеру. Заходите в папку, которая называется «Статус официал», то есть именно с этим патчем. Заходите в папку 930U-Nuga-UA.ru. Здесь самым последним файлом будет у вас смартфон подключен к компьютеру. Файл run, то есть он автоматически запустит определенный патч, который будет устанавливаться на ваш смартфон. Если у вас смартфон не перезагружается, запускаем обязательно этот файл, то есть это один из пунктов инструкции. Вы нажмете, пройдет буквально минута, полторы, может быть чуть меньше, может быть чуть больше, и смартфон сам, вы его не трогаете, ну можно трогать, держать в руках, но вы ничего не делаете на нем. И смартфон сам download mode, то есть этот зелененький экран, с помощью которого мы можем подключаться к Одину, к программе прошивальщику. Все необходимые файлы есть в папке, которая будет в описании под этим видео. Я закину на Яндекс.Диск, и будет он там лежать. И вы указываете файл AP, официал, открываете его, и файл CSC, официал. Нажимаете старт, и у вас это все дело опять прошивается. После того, как телефон прошьется, он сам перезагрузится в режим recovery. У смартфонов бывает recovery режим и режим загрузчика. Он перезагрузится в recovery. Там надо сделать всего лишь две вещи. Найти два раздела с помощью регулировки громкости, кнопками регулировки громкости. Мы шагаем по пунктам меню. Это на самом деле очень все просто. И в этом разделе вы обязательно внизу увидите определенную строчку «Fail код 0x02». Если этой строчки нет, значит что-то вы из этих пунктов инструкции сделали не так. Вы выбираете «Mount System», нажимаете кнопку включения-выключения для того, чтобы подтвердить этот пункт. После этого точно таким же образом ищем в этом же рекавере, никуда не выходим.
ищем Wipe Data Factory Reset. Опять подтверждаем кнопкой включения-выключения. И после этого выбираем пункт Reboot System Now, то есть перезагрузка в систему сейчас. После того, как вы выполнили всего лишь 5 небольших, ну, это с виду кажется сложно, но на самом деле ничего сложного нет. 5 небольших. Главное к этому подготовиться. Не так, как я, допустим, это делал в течение 5 часов. То одну прошивку установил, то другую, то у меня постоянно были перезагрузки, так как я устанавливал первую прошивку без PID-файла. И с помощью вот этой простейшей инструкции у вас с 6-м пунктом обязательно появится новая операционная система. Дальше вы заходите в операционную систему, полностью настраиваете под себя, регистрируете отпечаток пальцев, и вы увидите, сначала вы выберете, ну, у меня прямо сразу подгрузились языки русские. Если же у вас не подгрузился русский язык, вы делаете это следующим образом. Заходите в настройки, заходите в язык, вот выбор языка, предположительно у вас здесь только английский язык. Здесь у нас сначала мы добавляем язык, то есть жмем добавление языка, ищем русский язык, а он здесь будет, если вы хотите установить украинский или какой-то другой из доступных, вы установите. Если изначально у вас не было на регистрации, ну, то есть на входе в систему русского языка, то вы выбираете в этом пункте меню. И потом просто кнопкой «Изменить» выбираете английский, удаляете, и у вас русский остается как основной язык системы. После этого настраиваете систему под себя и получаете полностью работоспособный Galaxy S7 930 был VSTL U, полностью на русском языке со всеми работающими сервисами. Я постарался максимально понятно объяснить. Я бы это сделал, повторюсь, опять же, для хейтеров или для тех, кто скажет: «Эй, чувак, что ты мне не показал на смартфоне, как это сделать?» Я с помощью смартфона управляю сейчас съемкой, как бы, с фотоаппарата. В принципе, я вам практически разжевал, на блюдечке все преподнес. 5 простейших пунктов инструкцию, ссылка на которую будет в описании. Обязательно поблагодарите пользователя под ником Root. Он делал все сам. Он бесплатно опубликовал этот патч, скажем так, эту инструкцию. И, в принципе, если хотите, каким-то образом его финансово поддержите, если у вас получится все это дело установить, и если вам понравится эта его работа. И пользуйтесь смартфоном без каких-либо проблем. Что по тому, как смартфон себя ведет, как он держит зарядку. Смартфон себя ведет хорошо. По времени работы это 4-4,5 часа работы экрана на яркости примерно в 50%, сейчас чуть побольше для того, чтобы записать это видео. В принципе, Wi-Fi работает, все функции работают, опять же, никаких проблем нет. И самое интересное, смартфон, скорее всего, будет сегодня продан, потому что, ну, вот так вот получается, как я только начинаю пользоваться смартфоном, как он только мне начинает нравиться, я его обязательно выставляю на продажу для того, чтобы подыскать покупателя не за день, за два, а за какой-то продолжительный период времени, там неделя, 10 дней, 2 недели, месяц бывало смартфон продавался. Ну а тут такое сладкое предложение, как бы я не совсем загибал цену, в принципе, и поэтому получилось так, что, может быть, сегодня он будет продан. Что будет в итоге? Я возьму либо точно такой же, либо все-таки попробую Galaxy A5 2017 года. Обязательно распакую, обязательно расскажу и постараюсь, как говорится, остановиться уже на каком-то смартфоне для своего личного пользования. Вам большое спасибо, если вы, опять же, большое спасибо пользователю под ником Root. Он помог мне мучиться с этим, потому что у меня даже после этого была проблема. У меня при установке сим-карты писалось, что, ну, в общем, обновление данных оператора, и телефон уходил в постоянную перезагрузку. Он выпустил еще одну версию патча, которая сейчас является самой последней актуальной, и у вас никаких проблем не будет. То есть работают со всеми сим-картами. Сейчас это смартфон мой основной, уже несколько дней, и здесь установлена моя сим-карта, и я без проблем с него звоню. Большое спасибо, опять же, этому пользователю. Заходите на профильную тему, задавайте свои вопросы, там вам ответят, там действительно доброжелательные люди. Если есть возможность отблагодарить финансово, отблагодарите его. Ну, а отблагодарить меня вы можете, просто подписавшись на канал, поставить большой палец вверх для заражевывания этой инструкции. Обязательно вступайте в группу ВКонтакте. Обязательно пользуйтесь сайтом gadgetmania.ru для того, чтобы экономить на своих покупках в интернете. Ссылки на смартфон, где и как купить недорого, будут в описании под этим видео. И где и как найти меня в социальных сетях. Если хотите купить через меня, пишите мне в личные сообщения ВКонтакте. Совсем скоро.
скоро увидимся. Всего доброго. Пока-пока. Ну и небольшой такой подскрипт по скриптум. Вы задаете вопрос, оригинальный, точнее восстановленный это смартфон или не восстановленный. Друзья, я прихожу к выводу, что я не вижу признаков восстановления смартфонов. Здесь отлично олеофобное покрытие, что не совсем бывает на восстановленных экранах. Здесь отличные материалы корпуса. Здесь действительно, то есть у меня не создается впечатление, что это восстановленный смартфон, но я точно знаю, что этот смартфон приехал к нам в Россию с Дубая. Конкретно вот с Дубая и партия смартфонов, то есть где их можно купить, они, ну, с Дубая. То есть за такие деньги, за $250-$270, они непосредственно с той стороны едут к нам. Ну, на этом точно все. Спасибо. Всего доброго.